Видишь, она вся в мазуте прям. Я поближе подойду, если позволит. Борис и Юля нашли на центральном пляже Анапы птичку в нефтепродуктах. Прям чухается, чухается. Прям аж жалко. Быстро ехали, нырка взяли помыть. Хозяйственным мылом, прям он бедненький. Потихонечку она отходит. Маленькое чудо сидит, уставшая, выплакалась вообще. Я тебе попить принес, а ты мне хочешь в чашке почерпахаться. Да он не будет пить, ему не до питья. Пей. Пей, говорю. Боже, у него и так стресс. Ну, не хуй похож. Я тебе попить принес, а ты мне хочешь в чашке почерпахаться. Он не будет пить. Ему не до питья. Пей. Пей, говорю. Боже, у него и так стресс. Ну, не хуй похож. Подстригание есть, да, уже сделали. Делаем укладку. Ребята используют фен, но в фене холодный воздух, просто продувают птичку. То есть горячим воздухом ее можно обжечь. Тщательно она там чистится, смотри. Тщательно, говорю, чистится. Хорошенький такой. Рафаэлька. Все, Боря нашел себе друга. День истины. Ребятам огромнейшее спасибо за помощь птичке. И хотелось бы сказать для тех, ну кто все, сомневался, что видеосюжеты помогают нашим животным. Вот вам пример.